В Египте запускают новый биткоин-стартап для египетских пользователей. Как сообщает CryptoParaHaber, Bitcoin Egypt начнет работать в этом месяце. Соучредители проекта Рами Халил и Омар Абдель Ресул прокомментировали, что приблизительная дата запуска проекта – 31 августа. К тому времени компания планирует уже закончить альфа-тестирование. Халил также отметил, что на данный момент торговля биткоинами в Египте происходит на черном рынке, а их проект станет первой в стране официальной биржей. С другой стороны, бывший глава наблюдательного совета по финансовому управлению Египта Шериф Сами предупредил, что правительство не контролирует цифровые валюты, и пользователи берут всю ответственность на себя.